Чрезвычайная ситуация вносит свои коррективы в окончание этого учебного года. Как и в прошлом году, ученики 9 классов не будут сдавать централизованных экзаменов, но лишь мониторинговые работы, хотя для выпускников основных школ нацменьшинств есть возможность сдать экзамен по государственному языку. Экзамены для 12 классов не отменены, но будут ли они проходить очно, пока остается под вопросом. Мониторинговые работы для 9 классов запланированы на период с 13 по 29 апреля. Они не повлияют на оценку в семестре и годовую оценку, но нужны для проверки знаний и образовательного процесса в условиях удаленного обучения, а также для выбора учебного направления в средней школе. Этот учебный год для учащихся первых 11 классов завершится 31 мая, а свидетельства о базовом образовании будут выданы Государственным центром содержания образования 11 июня. Специалисты Даугавпилсского управления образования надеются, что выпускники средней школ получат возможность сдавать латышский язык, математику, иностранные языки и другие дисциплины очно в учебных заведениях. Для этого уже запланировано выделение помещений из расчета 3 квадратных метра на человека. Но окончательное слово будет за правительством. С этой недели в отдельных самоуправлениях Латвии начинаются занятия формального и неформального образования на свежем воздухе в группах до 20 учеников. Это возможно в тех краях и городах, где кумулятивная заболеваемость коронавирусом за 14 дней не превышает 250 случаев на 100 тысяч человек. В Даугавпилсе ввиду актуальных показателей COVID-19 это пока невозможно, но данный формат обучения не является новинкой. Учителя смогут организовать такие уроки, как только позволят условия. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.